Ене-Ашма – самый крупный ветряной парк на территории Южного Кавказа. Здесь расположено 20 ветряных турбин. Для того, чтобы лопасти ветряных турбин закрутились, необходима сила ветра не менее чем 3,5 метра в секунду. Максимально допустимая сила ветра же 25 метров в секунду. При таких погодных условиях в целях безопасности турбины автоматически отключаются. Ветреных дней немало, в среднем около 250 в году. Несмотря на зависимость от погодных условий, в среднем электростанция вырабатывает 9 миллионов киловатт-часов в месяц. Ене-Ашма электрический парк, станция парка Смара Верлеп. Парк ветряной энергии Ене-Яшма был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Здесь на полную мощность работают 20 ветряных турбин, каждая мощностью 2,5 мегаватт. На этой территории также расположен парк ветряной энергии Яшма-Баглары, где расположены 4 турбины мощностью 0,9 мегаватт каждая, и Шурабадский парк ветряной энергии с 2 турбинами мощностью 0,5 мегаватт каждая. Общая территория ветропарка 540 гектаров, мощность 50 мегаватт. Управление станцией, обслуживание и эксплуатационные работы полностью осуществляются местными специалистами. В целях подготовки кадров по альтернативным и возобновляемым источникам энергии в парке функционирует учебно-образовательный центр. На территории ветряного парка есть один интересный экспонат. Это первая ветряная турбина, работающая на территории Азербайджана. Сейчас она действует как исторический экспонат. Также здесь обучаются новые кадры в сфере энергетики. Здесь же рядом есть первое крыло этой турбины. Длина лопасти составляла тогда 20 метров, тогда как сейчас длина лопастей 47 метров. В 2019 году работа в сфере альтернативных источников энергии усилилась. Решено увеличить количество парков ветряной энергии. На этой территории от Ене-Яшма до Сиасяни планируется построить новые станции и увеличить их мощность до 300 мегаватт. Кроме того, государство поставило цель довести долю альтернативной энергии в общем производстве в Азербайджане до 20%. Как отмечают эксперты, Азербайджан богат ресурсами для развития в сфере использования возобновляемых источников энергии. Потенциал только ветряной энергии составляет 3000 мегаватт. Медина Гурбанова, Руфат Алекперов, CBC.